Здравствуйте, в эфире информационный выпуск «День за днем» в студии Олег Соловьев. Смотрите сегодня в программе. Оперативная информация об эпидемиологической ситуации в Десногорске от представителя медсанчасти номер 135. В настоящее время на исследовании еще находится в лабораториях несколько десятков анализов, результаты которых мы ожидаем в ближайшее время. Программа «Комфортная городская среда» в Десногорске. Промежуточные итоги федерального проекта. Расширение парковочных мест в 2020 году также проходит без софинансирования, но условия программы ежегодно меняются. Об эпидемиологической ситуации в Десногорске сообщил представитель медсанчасти номер 135, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии номер 135 ФМБА России Владимир Кротов. Уважаемые жители города Десногорска, по состоянию на 21 мая 2020 года у граждан, проживающих на территории города и работающих в организациях, обслуживаемых ФМБА России, зарегистрировано 51 случай новой коронавирусной инфекции. Это данные Роспотребнадзора Смоленской области. В настоящее время на исследовании еще находится в лабораториях несколько десятков анализов, результаты которых мы ожидаем в ближайшее время. В настоящее время выздоровело 19 человек, троих человек, к сожалению, спасти не удалось. Переведены в КБ города Москвы 7 человек, в клиническую больницу Смоленска 2. С середины марта на медицинском наблюдении находилось 1122 человека. Это граждане, вернувшиеся на территорию города из-за границы, из других городов Российской Федерации, а также контактные с положительными или заболевшими людьми. Снято с карантинного наблюдения 895 человек. С подозрением на новую коронавирусную инфекцию, пневмонию, ОРВИ, с начала апреля в медико-санитарную часть было госпитализировано 145 человек. В настоящий момент в инфекционных отделениях МСЧ-135 находится 47 человек. Это больные пневмонией, с подозрением на ковид и прочие инфекционными заболеваниями. Всего взято мазков за время наблюдения 2245. У работников Смоленской атомной станции 1706. Анализы направляются в три лаборатории города Смоленска и в две лаборатории города Москвы. Несколько слов хотелось бы сказать по поводу стимулирующих выплат медицинским работникам. Эта информация получена из экономического управления медико-санитарной части 135. Распоряжением правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года номер 860 ФМБА России выделено из резервного фонда правительства Российской Федерации 321 миллион рублей. Указанные средства в полном объеме направлены подведомственным медицинским организациям ФМБА России. Средства поступили на лицевой счет учреждения Управления Федерального казначейства по Смоленской области 24 апреля 2020 года. Надбавки стимулирующего характера медицинскому персоналу начислены и выплачены в составе заработной платы за апрель по сроку выплаты заработной платы. Дата начала установления выплат 31 марта для инфекционного отделения стационара, 13 апреля для инфекционного отделения для лечения пациентов с ковид, 16 марта 2020 года для персонала отделения скорой медицинской помощи, поликлиники для взрослых и детской поликлиники. Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам медицинских организаций ФМБА России, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, распоряжением правительства 1006 ФМБА России выделено из резервного фонда 284 миллиона рублей. Указанные средства также распределены по медицинским организациям ФМБА России. И 20 мая, то есть вчера, ФМБА России подготовлено дополнительное соглашение к соглашению номер 388, которое в тот же день было подписано руководителем МСЧ-135. В настоящее время оно находится на подписи ФМБА.
это так называемые президентские доплаты. Они будут выплачены, как только поступят эти деньги в бухгалтерию медико-санитарной части. В заключение хотелось бы сказать, что в связи с похолоданием отмечается в последние дни очень высокий рост заболеваний пневмонии среди жителей города. Хотелось бы обратиться к людям, к жителям города, внимательно относиться к своему здоровью и в это вот в холодное время стараться не подвергать свое здоровье опасности. Успешный опыт реализации программы «Комфортная городская среда» дал старт работам в нынешнем году. Уже известно и о конкретных планах на 2021. О том, чем полезен Десногорску федеральный проект, далее в сюжете. Ремонт тротуаров, пешеходных зон, расширение парковки, новое осветительное оборудование и не только. И все это бесплатно. Еще несколько лет назад горожане об этом могли и не мечтать. Но уже не первый год отремонтировать свой двор без вложений вполне реально. Сейчас находимся мы на территории дома номер 12 первого микрорайона. Работы здесь ведутся в рамках комфортной городской среды. В данный момент выполняются работы по устройству асфальтобетонного покрытия проездов. Эта работа относится к работам основного перечня, то есть жителям за эти работы софинансировать не надо. Можно и дополнить перечень работ. Размещение игровых комплексов, озеленение территории двора и прочее благоустройство. Это уже на условии софинансирования. То есть жильцам нужно возместить 20% стоимости затрат. К такому решению жители конкретного дома должны прийти коллективно на общем собрании. Для того, чтобы жителям вообще в принципе вступить в эту программу, необходимо провести общественное собрание жителей дома, проголосовать за тот перечень работ, которые они хотят реализовать на своем дворе. И чтобы большинство дома, то есть 51%, проголосовало за тот или иной вид работ. Своевременно проголосовать, но уже на сайте администрации, можно и за ремонт городской территории. Таким образом, на ремонт в этом году была выбрана пешеходная зона между 3-й и 4-й школами и детскими садами «Ласточка» и «Дюймовочка». На этой территории будет произведен ремонт асфальтобетонного покрытия, установка лавочек, урн, а также модернизация системы освещения в виде 20 дополнительных опор освещения с современными осветительными приборами. По итогам этого года по программе «Комфортная городская среда» будут отремонтированы 4 дворовых и 1 общественная зоны Десногорска. Набрана квота и на 2021 год – 4 двора и городская набережная. Но у активных горожан еще есть время на подачу заявки. Федеральная программа действует до 2024 года. Но важно помнить, что ее условия меняются год от года. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. На этом выпуск завершен. Смотрите наш телеканал, а также наши профили в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч!